всем привет! Еду на шоу. Сегодня вот так, в таком виде. У нас уже потемнело. Идет дождь на улице. Свежесть, класс. Класс, запах дождя, как я этого ждала. Ой, супер, свежесть, в Индии свежесть. Правда, мне сейчас весь мейкап, наверное, потечет. Так, где-то тут байкер, вот это, наверное, мой. Сегодня такое красивое место, но на улице очень сильный дождь. Сейчас чуть-чуть поменьше вроде, но все равно. Сейчас мы садимся, будем ждать. Надеемся, что работа состоится. О, честно, я замерзла. Сложно как-то. Сегодня такое впечатление, что мы приехали на съемку какого-то фильма, клипа. Вообще не похоже на свадебную локацию. Очень все красиво. При входе была стена из фейкового песка. То есть она смотрелась как песок, вот так с двух сторон. Такие две большие горы. И стояли верблюды. Ну, естественно, не настоящие. Настоящие уже тут намокли под дождем. Вот, красиво все очень. На столе, я вам сейчас покажу, настоящие цветы, живые. В общем, так необычно. Я в таком месте еще не была. Вот, кажется, да, вот сколько лет я работаю уже здесь, на свадьбах, и каждый раз что-то новое. Конечно, очень много раз повторяются залы. Некоторые залы мы знаем уже по названию, по локации, по декорациям. А в каких-то залах мы впервые. То есть в Дели очень-очень много вот этих вот залов для свадеб, для всяких других праздников. И они буквально на каждом шагу. Даже вот этот зал находится неподалеку от моего дома, на этой же улице, на Читарпур. Сейчас я вам покажу цветы. Свежие цветочки. Такой зал сзади. Девочки сидят, ждут. И я не знаю, где я буду делать фаер-шоу. На улице дождь. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Дождик прекратится. Я очень рада дождю. Я обожаю дождь. И хотела давно, чтобы он пошел в Дели и пыль эту немножко прибил. Но, конечно, и не ожидала, что он пойдет именно сегодня, когда я должна делать фаер-шоу. Это, конечно, весело. Ну ничего, разные у нас были случаи. Я как-то ехала тоже по дождю на работу. Помню, еще на контракте была, еще у драйвера не работал дворник на машине, и он там что-то пытался прикрепить, чтобы он хоть как-то работал, чтобы мы как-то доехали нормально до работы. В общем, это был большой риск. Были тоже случаи, что у нас гримерка была, надо было проходить через улицу, и мы в костюмах по дождю идем в зал. Сегодня на шоу очень много девочек, а также индийских танцоров. И мы думали, что нет, это все время еды, что нас не кормят, потому что пока кухня тут закрыта. Но оказывается, на улице есть палатка, где как на шутингах кормят всех, и ты можешь подойти, взять чай, кофе, пакора, вот это называется. Это такой хлеб в ляре, в масле обжаренный, внутри овощи. Я не скажу, что очень вкусно, не скажу, что невкусно. Есть можно, особенно когда голодный. Не остро вообще. Также взяла себе кофе и вот такие вот, не знаю, мамосики. Тоже с овощами внутри. Ждем начала. Там все с макияжем, разукрашены. Похоже, как из фильма «Король лев». Музыку включили.
Друзья нам сказали идти переодеваться. Сейчас я вам покажу гримерки наши. Разукрашенных индийских мальчиков, танцоров. И это, оказывается, день рождения. Представляете, сколько денег они вбухали в это шоу. Так, вот это вот так все за кадром происходит. Там готовят еду. Лучше на это не смотреть. Вот танцоры, мальчики. Мне кажется, со всего Дели собралось. Вот это столько гримерок. Дождь сегодня был. Вот это для нас гримерочка. А костюм our or you will give? А, you give? Блин, а что я брала костюмы тогда? Я тоже взяла целый чемодан костюм. Мне сказали, 4 бери. 4. А в прошлый раз тоже такое было с меня. Нам стелят дорожку в туалет, друзья. Видите, комфорт хотят нам предоставить. All inclusive называется. Красная дорожка. Черная, точнее. Зная Индию, я боюсь на нее остановиться. Там может быть какой-то подвох. Как я когда с барной стойки сходила, как-то и грохнулась оттуда. Прям в клубе после фаер-шоу. Так что нужно быть осторожным в Индии всегда. Все, можно идти. Вот та самая палатка с едой, с кофе. Закончилось все уже, все покушали. Индианки, вот тут мальчики разукрашены. Вот такие красивые все, он девочкам делают короны. Мы не знаем, где нам ждать, или в гримерке, или в зале. Вот так вот, как сейчас только что пошел мальчик в таком хип-хоповском наряде, так обычно выглядят хореографы. Рохит тоже так одевается, когда едет на работу ставить постановки. Вот посмотрите, какие черные животные. Привет! Не знаю, все ждут там. Вот это наша девочка. У нее такой костюм. У нас такой светлый костюм. Синий, конечно, мне нравится больше. Пойдем и ждать вовнутрь все-таки. Куда все, туда и я. Долго, долго. Мы приехали в 4 часа сюда. А сейчас 7:53, и мы еще не начали. Все, ждем, ждем. Я уже очень скучаю по Энджел. Сейчас я вам покажу, как зал наш обукрасили. Может, там тоже есть какая-то еда? Уже подготовили к празднику. Excuse me, chai have? То через час обещали, час прошел, до сих пор не дают чай. Ладно. Посидим тогда, подождем. Подождем. Еду какую-нибудь. Ничего не готово еще. Посмотрите, какие декорации сегодня. Много еды. Ой, сладости. Они еще закрыты. Какая-то арабская вечеринка, что ли. Thank you.
это масштабы. Зебры. О, посмотрите, как красиво. Вау. О, это игры всякие. Расскажи об этом мероприятии. Смотри, как красиво, вкусные роллы, такая вкусная рыба. Я думала, вы про декорации, а вы про роллы. Ты посмотри, там так, они красивые и вкусные, оргазм во рту просто. Юлия. Джалди. Сразу Джалди. Саша, господи, сколько Саш сегодня? Со мной, наверное, еще две. Оля! Оля Кирик! Класс! Я так поняла, это день рождения у этого маленького мальчика. Если я правильно вообще поняла. Ну ничего себе, друзья! Родители устроили день рождения. Да, это у этого маленького мальчика день рождения. Ему сколько годик, наверное, раз он ползает. Еще не ходит. Ничего себе. Excuse me, one year? One year? One year, yeah? Да, один годик мальчику. Класс, вот это праздник. А тут кто-то что-то делает. Наверное, это все будет в огоньках. Чем они занимаются, непонятно. Все на них смотрят. Я готовлюсь к выступлению. Мне сказали сейчас опускать керосин. Все, идем. Так, опускаем керосин, ребят. Ну как, друзья, вам мое выступление? Надеюсь, понравилось. Смотрите, какие тут фрукты. Какая красотища. Это все еще закрыто. Как только откроется, все сразу начнут кушать. И я в том числе. Пироженки какие-то. Так, чай, кофе есть? Кофе! Кофе хэп? Наконец-то. Кофе. Капучино. No. And some biscuits. Biscuits. Да.
правильно, да? Все. Это у нас получается идет вот так. Сюда, сейчас. Вот. Отсюда привыкла делать. И оно у меня получается вот так. И потом я просто вывожу ее сюда. Поняла, как солнце. Это тоже очень красиво. Little did he know that this land held a secret, for within it lies ancient magic, an adventure waiting to begin. Ребята, Индия не перестает удивлять. As the young boy rubbed the lamp to make it shine, a sudden burst of magical smoke rose from the lamp. The magic that was trapped within was suddenly free, and the form rose strong, blue, and white. А типа наливая, да? Это в небе, друзья, очень красиво. This mystical genie knows many secrets of the universe. Grateful for his release and happy to be finally free, the genie says to the boy, "Make three wishes and I will make them come true. Your destiny lies in your hands, and you can begin your life anew." Обалдеть, друзья! Полетел типа ковер. Боже, какое шоу! Мне страшно, что он сейчас упадет. Как круто, боже! Sends the magic right here for you to make your dreams come true. Is here tonight only for you. For your magical birthday, he sends a birthday cake so big. He sends his magic and love with tons of goodies and gifts.
знаю, как это передать словами. Вот это просто! Хочешь такое поздравление? Да. Какая красотища, боже! Дорого, магически! Да! Очень красиво! В Индии, и вообще реально первый раз такое вижу. Только жалко, жалко, что этот годик ребенка, он ничего не понимает. Да, маленький ребеночек, да. Да, это реально родители устроили чисто. Смотрите, что мы можем сделать. Вау, смотри, смотри, как красиво. Реально годик ребенка. Годик, я видела. Он только ползает, он еще даже не ходит, естественно. Я говорю, а сколько годик они да? И фоткали его там везде. Вот, Арианш, да? Арианш. Представляешь, как они будут его 18-летие? Я даже не знаю. Что-то вкусное мимо нас прошло, я не заметила. Да, что-то лаваш какой-то там с чем-то там. Давай возьмем коктейль. А, блядь, нам нельзя. Наверное. А, да, в этой же компании ничего нельзя. Сейчас опять возьму курицу, и ничего мне никто не скажет. Ой, обалденно. Просто вот тут я брала курицу, всякие вкусняшки. Это что? Ой, сладости. Ой, 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 нельзя нам брать, блин. Ой. Лекутлава. Что-то турецкое. Да. Все, друзья, мы закончили, сейчас едем домой. Всем спасибо большое за просмотр. Люблю, обнимаю. Надеюсь, это видео было интересным для вас. Я впервые видела такое шоу и рада была показать, поделиться с вами. До скорой встречи!